Доброе утро, меня зовут Дмитрий Венков. На этой неделе мы рассказываем про ламинат. И сегодня мы поговорим про необычные дизайнерские коллекции. Традиционно мы привыкли, что ламинат выглядит как натуральное дерево. Но если вы хотите впечатлить своих знакомых и друзей, то вам не обойтись без дизайнерских решений. Сегодня 12 известных дизайнеров разработали индивидуальные уникальные коллекции декоров. Каждая из этих коллекций имеет свою уникальную идею, которую уже никто не сможет повторить. Вот, например, известный дизайнер и архитектор Заха Хадид разработала футуристичный дизайн, имитирующий абстрактный ландшафт. В этом случае мы создаем на полу эффект перепадов уровней и постоянно держим посетителей в напряжении. Еще одно интересное решение. Вернер Айслингер разработал концепцию гель, которая имитирует жидкость, протекшую на пол. Помимо футуристичных решений, есть и приближенные к жизни варианты. Например, эта коллекция имитирует эффект падения света через витраж в помещении. А эта коллекция имитирует эффект металлического перфорированного пола. Представьте, как это будет смотреться в вашем помещении. Если вы ищете что-то спокойное, уравновешенное, но при этом неординарное, обратите внимание на решение с простой полоской. В этом случае в помещении создастся интересный оптический эффект. И в целом варианты с геометрическими формами очень популярны у дизайнеров. Скрытая техническая красота материнской платы позволит вам создать действительно уникальный интерьер. При этом хочу напомнить, что это тот же самый практичный ламинат. Особенностью этого ламината будет нестандартный формат ламели, а также производитель включил в него все самые лучшие качества. Поэтому, выбирая такие коллекции, вы гарантированно получите не только красивый, но и практичный. Если вам понравилось это видео, ставим лайки, делимся с друзьями, а главное, подписываемся на канал, чтобы узнать самые свежие новости в теме интерьерного дизайна.